Всем привет, всем привет, ребят, с вами Шумагл, на канале Шумагл. Сегодня играем в Ghost Trigger и продолжаем прохождение. Глава 4 и миссия... Глава 4... Посмотрим, как оно у нас получится. Зачем? Подкрепление прибыло? В смысле? А, мы с вами на базу военную пробрались, и тут будет сейчас подкрепляшка, типа, да? Понял. Понял. Так, ща погодь. Вот этого сейчас, по-тихому. Так. Здесь у нас ничего, никого нету. Здесь у нас что? Здесь пока погодь. Ой-о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 й. Так, тут нам Так, тут нам надо. Так. Подожди, тут все, но не все, да? Тихо. А, зачем тихо? Мы его сзади убьем сейчас. Сейчас он уйдет, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Я все проиграл. Шеф, мы все... Шеф, мы все просрали. Мы все просрали, да? Да ёптель, как так-то? Ой, не, вот на там... Блин, подожди, мы же все сделали по красоте. Блин, подожди, я же могу его убить с помощью... А, R! А я на Z нажимаю, прикинь, я лошара, короче. Я на R нажимал, а нужно, точнее, нужно... Я думал на Z... Опа! Иди нахер. Так, а здесь двое, да? Фак! Да блин! На R надо нажимать, а я на Z нажимаю. Ой! Так, сейчас, погодь. Так, здесь мы хороши. Здесь мы хороши. Здесь. Хорош. Ай-я-тя-ля-тя-ля-тя-ля-ля. Да, дальше. Так, мы всех тут убили. Подожди, здесь мы давай возьмем все, все, что можно, мы возьмем. Потому что почему? Потому что надо так. Тут ничего не будет, типа, спрятано, да? Да ладно. А что так мало? О, экспа. А это что такое? Почему он горит желтым? Ну ладно, забей, пофиг. Так, нам нужно, короче, туда перейти как-нибудь, да? Но... Так, сейчас, погодь, подожди. Патрики. А там оружие у нас валяется, да? Правильно я понимаю? Слушай, ну у нас в дробаше три Патрика. Ну давай, ладно, открываем. Сделаем, посмотрим. А, неконтактная мина. Три штучки неконтактной мины. А зачем мне мина? Не, не хочу мину. Или надо мину брать, или не надо. Ладно. Ай. Так. Ой-ой-ой-ой. Так. Пошел вон. Падла твоя. Так, контрольная точка. Хорошо. Хороша контрольная точка. Так. А я хорош. А я хорош. Так, вот этого надо Исоса, да? Он туда выйдет или нет? Да, оп. Оп, и все, хватит. Нагулялся. И сегодня. Хорош. Почему не попал-то, лол?
Дурак, что ли? Ты что, не попадаешь-то? Алло. А, братишка. А, братишка. Так, подожди, а что там у нас? Так, тут всякая экспа, не экспа. А что он тут делал? Подожди. Все. Так, мне нужно ручками, короче, ручками до туда как-то добраться, да? Так, подожди. В смысле? Что происходит, если я тут наступаю? А, вот эта дверь закрыта, да? А вот это можно я открою? Нельзя. А почему она мигает? А, все, понял. Ага. Так, ща, погодь. Тут надо подумать. А что это говно делает? А, запускает этот лазер, да? И... Я не успеваю. Так, подожди, а вот что это тут кто-то такое? Вот это нельзя никак уничтожить? Подожди, а как вот эту хрень-то сделать? Блин, тупняк начинается. Я не люблю тупняк. Подожди, а если я выключаю? А, он просто стоёмба. Стоёмба, так. Реально? Подожди, тебя никак не убить вообще? Странное говно. Сейчас, подожди. Подожди, может быть, я там что-то упустил или нет? Подожди. Ну, давай-ка еще раз все посмотрим. А, может быть, я что-то упустил. А может быть, и ничего не упустил, но может быть, и упустил. Короче, так, подожди. Мы сюда с тобой попали. Вот сюда дверка, вот это что-то зеленое, а туда вот так вот. Некуда здесь проникнуть, как бы, да, туда вот. Сейчас, тогда подожди. Вот эта дверца никак туда, нет? Нет. Пам-пам-пам-пам-пам. Здесь тоже у нас все. Че, пистолет взять? Нет, дубинку не надо, давай пистолет возьмем. 34 патрона. Ну, вот так, на всякий случай, типа, да? Так, подожди. А вот это... А! Все, я понял. Нам нужно попасть. Да, вот, все. Стопамба. Чё, юмашакаляя? Чуть не попался. А, так, а все, чё? Так, и... Ага. Да. Система турели активирована, в смысле. Эта система защиты нас погубит. Нужно погасить ее с серваки. Так, серваки. Подожди, а серваки куда? Двери заблокированы. Так, нам нужно, короче, через этот, да? Да, тут я, типа, скорее всего, не прорвусь. Хотя, может, и прорвусь, да? Смотри. Да не, вряд. Ладно, пойдем-ка сюда. У-у-у-у. Так, дай-ка сюда автомат. Автомат Калашникова. Так. Медик. Получено усиление медик. Ага, я могу в медика, да? Так, хорошо. Так, давай-ка за Гарри немножко побегаем. Так, и чё? Чё за серваки здесь? Или это не серваки? А, дальше, наверное, нужно пробежать. Нет? Подожди, он же копался в серваках или... А, все, вижу. Руши здесь все. Выведи... Так, все, вывел. Так, а, дверь открылась, все, шикардосно. Так, теперь, короче, эти не... Система защиты отключена, все специализированы на оппозиции. Ага, значит, у нас теперь подвижные мишени. Так, дай-ка я теперь тебя выберу, потому что почему... А, приседать я не могу, да? Ой. А!
Твою мать! Еще раз! Твою мать, чуть не попался, слышь, видел? Так, хорошо. Хорошо. Пистолет. О, с глушаком. Почему с глушаком? Надо с глушаком взять? Ну давай возьмем с глушаком. А почему с глушаком? Ну ладно, пофиг. Так, теперь опять куда-то нужно бегать. Оп. Так. Контрольная точка опять у нас. Отлично. Отвернись. А, они, видишь, как ходят, смотри, смешно. Ах вы сюки. А как же так я пробегу-то, ну? Как я пробегу там? Для этого, наверное, нужен был этот. God damn it! Oh, here they are. Хорош. Фу, твою мать! Да сдохнешь ты там сейчас. Так, окей. Подождите. Так, там этот упырь ходит. Ой-ой-ой, там много, их смотри. Какой-то такой жесткий начался, жесткий уровень, да? Какой-то такой жесткий. Пойдем-ка мы убьем. Но потому что не то, что он жесткий, а я... Ага. Так, вот этого сейчас долбанем. Ай, а вот и не долбанем. Сучи! Извиняюсь. Да блин, не, подожди. Ага. Так. Ага. Опа. Слышь, откуда ты знал, что я сюда побегу? О, у него гранат, да ладно, это гранатчик типа был. Гранатчик. Так. Фак. Так, ждем этого. Щит. Пол в жопу. Хорош. Ну и способ добраться до лифта. Нашли способ добраться до лифта. Так. Разберись с... Ага. Так. Спецназовец войны это был. Понял? Я надеюсь, туда нам не надо сейчас будет залетать. Или надо? А потом... Ай, там, наверное, журнальчик был. А я, короче, лошара, да, все просрал, типа, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, ничего страшного. Мы перескочили, мы все-таки с тобой тут не задротчики, а про котчики. Как там? Ну, типа ты. Что я тут могу делать, подожди? Убийственная телепортация, давай. Настоим. Хорошо. Сменить персоналиусья. Это у нас рывок. И с рывком мы можем сбивающий рывок, взрывающий дверь зра, Гарри не взрывай во время рывка. Вот давай вот это сделаем, да. Так, здесь что у нас? Ну давай вот это. И вот это. Так, все, да, да, готов. Готовченко. А, усиление у меня еще есть. Подожди, а как это сделать? Это вот так? Нет, как сделать усиление? А, усиление, да. Железная кожа, рикошет, быстрый бег. Да, готово. Погнали дальше. Так. Нам нужно сюда. Видимо, да. Нихрена себе боеголовка. И уже готова к запуску. Нужно ее обезвредить, если она взорвется, будет мировая война. Так, туда я не пройду пока. Остановите запуск боеголовки. Ну, давай попробуем. А, блин, а зачем мне мину-то? Ну ладно, давай возьмем. Так, один до свидули. Один до свидули, да? Так. Один до свидули. Ой. Так, сейчас. Нет, не... Ай, блин. Закрой дверь. Хорош. Там два щитовика. Нет, на щитовика надо одного
А, там не два щитовика, там один щитовик. Тут, вот, короче, вот так делаем. Вот так вот делаем. Так, забеспокоился. Ты что там забеспокоился? Ты что, дурак? Не надо тебе беспокоиться. Не надо. Перестань это делать. Перестань беспокоиться. Хорош. Ай. Вернись, быстро. Хорош. Так. Ящики разбиваем, может быть, что-то интересное будет. Так, все, мы здесь все закончили. Нет, не все. Сервера никакие, нельзя убивать. А, там две ту... Две турель. Шмаш-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 
Контрольная точка, хорошо. Слушай, а что там так-то так-то их дохрена что-то, да? Блин, а у меня только мина? А, подожди. А, я знаю, что надо сделать, смотри. Сейчас, я покажу тебе. Я тебе сейчас все покажу. Нет, не покажу. А вот и показал. Ай! А вот и показал. А вот и по... А вот и да. Так, у нас здесь. Ага. Так, здесь у нас две. Подожди, а почему только по три можно? А как они работают, не понимаю. Ты понимаешь, как работают эти мины? А как так вообще? Дай твою налево. Да блин. Иди. Подожди, давай мину. А, мину давай возьмем. Да ладно. Уболтал. Блин. Ой, извини. Твою мать. Да этого, ну нет. О, сука. Да ёпт. Не, надо подожди. Сука. Да блин, я же, ну блин, я короче понял, как это делать сейчас. Я же две кидал этих. Собака. Так, все, контрольная точка. Хорошо. Хорошо. А, какое? Какое особое оружие? Что за особое оружие? А, граната? Особое оружие. По одной гранате только я могу кинуть, и все. Больше я не могу кидать. Одну гранату, и все, камон. А мне мины понравились, кстати, да. Выманиваешь этих дятлов, и все. А, подожди, что там? Я могу на эту ручку нажать? Нет, не могу, потому что мне нужно до нее как раз дойти, чтобы нажать ручку. Опа, нихера. Не! Не! А, я не могу наступить на нее, да? А они не будут ходить? Да ладно. В смысле, а как же? Ну ладно. А я думал будут. Вот собаки. Сутулые.
Собаки сутулые. А подожди, а как? Никак, да? Не понял тебя. А, у меня же есть еще умение, подожди. Я даже что-то умениями не пользуюсь, да? Можно же сделать вот так, смотри. Подожди, как менять умение? Ой. А, вот 1, 2, 3, вот так, да, вот так хочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай пистолетик возьмем. Хорош. Мечом прям по голове. Сюда иди. А ты идешь сюда? А чем их рубить? А, я понял, чем. Вот там нужно сделать. Сейчас все сделаю. А, нет, не сделаю. Мне же туда нужно пройти, да? Правильно я понимаю? Да, фак. А как это сделать? Подожди. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, а туда мне не пройти. Туда мне тоже не пройти. Хорошо, все, мы делаем вот так, смотри. Нет, не делаем так. Нет, делаем. Нет, подожди. А, давай вот так опять сделаем. Да, хорош. Да, я все время забываю то, что у меня есть всякая магия, не магия и все остальное, поэтому... А не обессудьте, не обессудьте. Что, опять мины даешь? И здесь минку даешь, да? А, ну только три я могу сделать, да? Что это такое? Время чего? Время чего? Особенно... Тупой мудак. Не увидел, сорян, ребят. Опа! Опа, опа! У него коды запуска! Ему надо догнать, да? Опа, опа! А я же его догнал! В смысле, не догнал? Догнал же! Чудом успели, ну а как же еще не... Все, мы успели, я красавчик, а ты нет. Все, выход. А подожди, а подожди. А что вот тут у вас валяется, дружище? Ребят. Опыт, подожди, что-то еще. А я хочу этот найти. А почему не открывается вот это говно? А журнальчика тут нет, нигде не завалялось, а? А, там же это говно, смотри. А вон журнальчик, как в него попасть? Не, не так, а как? Ага. Журнальчик. Неплёх. 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 А, туда никак, да? Понял. Давай, отворачивайся быстро. Так, да, я же сказал, там тут же... Ой, я зачем? Я нажал на shift. Не надо на shift нажимать. Да я что-то все привык, что там бег, типа, и все. Да, уровень пройден, отлично. И журнальчик получен. Уля-ля, люблю такие вот секретики все. Уля-ля-ля, да. Это неплохо, как-то такие секретики. Так, у нас теперь кто? Так, победите войну. Как это сделать? Опа-па. Нужно как-то уничтожить это силовое поле. Уничтожьте силовое поле, хорошо. Угу. Да я понял. Уйди. Так, силовое поле мы уничтожили, мы с тобой красавчики. Так, теперь что? Ой-ой-ой-ой. Теперь на улицу с этим упырем. Война! Твой конец неизбежен!
Идиота, может вы обезвредили мою бейгалов, она вам не справится с людской жаждой насилия. Люди уничтожают себя сами, я лишь слегка им помогу. Опа, нихера. Это ты что такой? Опа, нихера. Ну что, сукины дети, подфиг. Что же делать? Опа, нихера. А, я понял, что надо делать. Бляха, подожди, тут надо, короче, соображалку еще. Да блин! Блин! Ча, подожди. Ой, сука. А как ее оттуда? Подожди, оттуда ее никак не достать, правильно? Типа... Да, ее, она нужно, короче, как-то выцепить сюда. Ча, подожди. Она еще и в блоке. Она еще и в блоке, видишь? Сейчас, подожди, а ты тебя. А как? Подожди. Ух ты, сука, я чуть еле. Я чуть не подобосрался. Блин! Извиняюсь. Извиняюсь, ребят. Так и что это мне дает? Это мне нихера не дает. Ну типа и. Ну и чё? А может типа надо успеть. Да ёп твою налево. Может надо успеть типа все нажать или как? Да нет, подожди, не все. Надо, короче. Да не, я пока раз... Не, я что-то не понимаю, ребят, как это делать? Не! Как это говнище проходить? Не-не-не, я не понимаю. Это просто... Ну и чё? И чё? А чё дальше-то? У нее блок, нет? А, во, вот так! На-на! Падла тварь! Все, я понял. Так, чтобы там ее зацепить, надо вот так и вот. Все, хорош. Блин! А чего у нее? Серьезно? Ну нажми ты, ну нажми на F-то, пожалуйста. Пожалуйста. Так, чтобы тебя зацепить, надо вот это нажать. И что еще надо нажать? Нет, не эту, убери. А, и нет, эту. Или не эту, подожди. А, вот эту надо нажать, вот эту, вот. Ай. А, сю, бля. Подожди, у нее, мне нужно разобраться. Это точка, как эту точку сделать? Да, блин, приди вниз. Вниз я знаю как, вот сюда не знаю как. Да, хорош, знаю, все, так. Эти две. Вниз знаю тебя как. Твою сучий писющий шалямаш. Да, хорош, хватит прикалываться надо мной. Да блин! Так, тебя куда? Забыл, уже забыл. Вот это раз. F, 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 жми F, пожалуйста. Так, ну это, короче, надолго. Так. Вот это мы не проходили, по-моему, еще, да? Да, и вон ту надо. На-на, падла тварь.
Уйдешь или нет? Почти. Да забыла, блядь, ты чё, дебил? Ты можешь... А какие здесь надо? Я забыл. Бля. Так, вот эту. И... Да блин, и вот эту, по-моему, да? А вот эту куда? Что куда надо нажимать? Я забыл. Я точнее не знаю даже. Но забей, у нас есть две точки, которые мы... А ты что, не будешь уходить с точки? Ты будешь там постоянно? О, молодец. Опа, нихера, слушай, она быстрая. Так, вот эту и вот эту. Оп. Так, хорош. Опа-па. А, да, ты же убирал! Ты же раньше убирал мои эти. О. Да, блин, я не успел просто, да, ребят, извиняюсь. Да. Нет, не знаю. Да блин, а он же еще, он возвращается, этот бумеранг ссаный. Блин, тяжело, что-то идет. Тяжело пошла игра, тяжело. Да, начинается. Так, разок есть. Так, вниз, я помню, вниз. Раз. Су. Атака Иды, если посмотреть, например, активирую взрывающиеся бочки. Какие еще взрывающие бочки? Да нет же, ну я же перепрыгнул, ну это такой бред. А вот туда я не помню, какие надо отжимать. Какие надо отжимать, чтобы сюда попасть? Подожди, вот, вот эту, скорее всего, да? Или нет, подожди. Ты перепрыгни на другое место, пожалуйста. А, вот, ёптельник, ничего себе, ёпарный карась. Не знаю. Какие предположения? Вот так. Суп. Да блин, ну надо запомнить, короче, просто тупо. Сейчас, уйди нахер. Можешь не прыгать здесь? Вот эту? Не, не эту. Вот эту и вот эту. Я забыл. Так, ну это первый был вариант только, да, я так подозреваю. Типа сейчас будет второе, вторая миссия, нет? С ней же. Контрольная точка, да. Тут что у нее с ней? А, война, та... Ой, ёб твою мать. Это что за говно? Ни черта себе. Прикольчики. Мое оружие тут без... В смысле, почему Гарри говорит, что его оружие здесь бесполезно? Ну давай, давай. Я жду тебя. Ракетами надо, да, херачить? Обычно мы... А-а-а, все понял. Какие крутые пушки у этих дронов. Да бля, почему туда-то ты попал? Это что за лазер, ёптель-моптель? А ч
чего? От чего я умер? В смысле, что за бред? О боже мой. Да, это надолго. А что за бред? От чего я умираю? Она там еще пердит, что ли? Что такое-то? Что за бред? Хватит уже, давай лети сюда. А, я понял. Надо подождать просто, да, хорошо. Надо просто тупо подождать. Окей. Да блин! Она ста... Ну сколько она может оставлять-то после себя этого говна, алё? Ах ты сучка, а? Да не, ну какой, я же успел вроде, нет? Или типа лучше за Аиду играть здесь? Да ёб твою мать. Да, давай за Аиду, потому что он... Ну он же на ближней типа дистанцию бьет, а она... Она-то все-таки на это... Да хорош, хорош, да, мой хорош. Вот это нечестно, вот это нечестно подходить к дрону. Сюда пошла, быстро. Слушай, я чуть немножко уже подустал с этой войной. Она как бы неинтересная, просто я не успеваю, ну... Да я лошара сам по себе. Можно же что-то взять? Спасибо. Ёпта. Опасно. Опасность! Опасность! Два дрона? Блять, ну я в шоке, конечно. А, два дрона сразу, понял, все, давай. Да ты зае... Вы затрахаешь меня, если честно. Не-не-не-не-не. Давай-давай. Ну просто, я не знаю, у нее этот пердеж сзади который, а он как бы, ну... Типа, камон. И у нее этот бумеранг ее ссаный, ну, как бы, каких размеров-то, типа, ну, камон. Ай. Опа-па. Вот это поворот. О, собака какая, а? Ну да. Что я дальше? Чтобы раз и навсегда остановить это безумие, нужно вернуться на небеса. Я даже не представляю, как это сделать без крыльев. А, ну мы сейчас ее костюм... Ага, кажется, решение прямо перед нами. А я думал, мы костюм ее возьмем.
Уровень пройден, да, хорошо. Ну, поумирали, сколько раз поумирали? 3 смерти, 42. Нормально, 45 на двоих, в принципе, мне понравилось. Да. В принципе, неплохо. Теперь мы, я так подозреваю, на небеса отправляемся, да, и будем, скорее всего, за Гарри больше всего. Или нет? Или как вы думаете? Ты считаешь так или нет? Как ты считаешь? Ну ладно. Не, ну в принципе, чего? Неплохо, мы неплохо справились. Да? Кто-то явно не сидел сложа руки, пока я спасал человечество со своей демонической подругой. Архангел Гавриил собрал армию, захватил чистилище и небеса. Нас взяли в плен, как только мы вышли из вертолета. Несчастье для Гавриила. Мы не собирались надолго оставаться под его крылышком. Глава 5. Союз заключенных на небесах. Так. Да, хорош, мы готовы. Думали, я затеял апокалипсис, чтобы уничтожить Землю? Убейте их. Убейте их обоих. Слушаюсь. Ой, извиняюсь, ребят. А что не так? А, вот так. А, нет, подожди. Ой-ой-ой-ой! Чуть не попал. Нужно остановить Гавриила, он контролирует остальных архангелов. Нет, стоп. Что я не так я делаю? А, мы, по-моему, с тобой начинали игру с этого, да? Что нужно сделать? Я тупой? А, тупой, да, конечно. Конечно же, я тупой. Контрольная точка, это кто такой? Ты сильный, слышишь? Хераси, он там. А, два меча. А нахера я нажал-то? Я же мог их через решетку всех порубить, а ты мне собака-тварь. Так, ладно, хорошо. Это ящики. В этих ящиках что-нибудь будет? Нет? Ничего не будет? Оружие, спецподразделение, спецоружие, все такое, нет? Ну давай, пожалуйста. А это не ящики, это скамейки, короче, такие, да? Так, хорошо, ладно, я готов. Кто там? Что это за пушка такая? Что за ворота? А, не вижу. Оп. Пошла вон. Уля-ля, баба. Уля, ничего себе, слышу, она там стреляет. Смотри, как быстро, да? Говна кусок. А я обратно что, не могу попасть? Почему? А, она закрыта. Пошли в жопу, упыри. Да. Сейчас бы еще с Гарри воевать тут. Так, ладно. А вот куда у ангелов оружие, мать твою, за нас? Чё? А, они просто типа мяу делают. А, ну-ка, они вообще лошары, на самом деле. Опа. С пистолетом с каким-то, смотри. А, это щит у него такой, да ладно. О, я щит, и у меня щит и меч. Ёпти. Организация щит и меч. Контрольная точка пройдена, отлично. Так, ну-ка. Ну иди сюда, я тебя сейчас трахну. Да я вообще лошара, смотри. Что у них там за оружие-то, интересно или неинтересно? Интересно. Тебе интересно или неинтересно? Да лошары вы с... Успокойтесь. Ой! Кто тут у нас? Открывай. Получено усиление, еще одна пуля. Так, что там дальше у нас? Подожди. А, вот тут ничего нет, Так, ладно, хорошо. Это что за говно? Я умираю тут или не умираю? А, там время останавливается. Прикольно. Успокойся, братан. Ой, а.
Да, бля, вот это тяжело. Блин, ну очень... О! Да сучка! Да не, ну блин, ну это тяжело, реально. Блин, я что-то первый раз-то, блин, по кругу лучше играю, зачем? Чем второй. Шел вон. Иди сюда, падла. Че, патрики кончились, да? Это что такое? Я могу вас выводить? Не могу? Так, ладно. А тебя могу, не могу? Твою налево ж, ну ёб твою мать! Ну зачем ты это все? Да иди на. Блять, я забыл, что в этом кругу с саном. Так, а где автоматчик был? Автоматчик сильный, падла. Вот он. Я забыл, что у меня есть вообще это, прикинь. Сюда, Гарри, вы? Гавриил нас всех поимел. Он забрал наши силы и с их помощью управляет ангелами. Выпустите нас, им поможем покончить с ним. Какая-то, мне кажется, это подстава, нет? Я, конечно, ненавижу этих ублюдков, но они дело говорят. Освободите всадника. Так. Контрольная точка. Что у нас там открылось? Какое-то место какое-то? А щит мне как-то... Здесь мы об этом не пожалеем. А щит мне... Я уже жалею. А мне как-то... Бля. Бля! Мне как-то щит помогал или нет, интересно? Я... Да и уйди ты сюда, вот, ну, пожалуйста. Так, там какие-то новые демоны. Ангелы. Туда я не могу. Куда я могу? Что происходит? Алло, игра. А что мне надо делать? Сучка! Да бля! Что мне надо делать? Освобождаю, эти пидоры вылезут. Я забыл, ты прикинь. Я забыл, что я за... не за свою эту играю. Давай, до свидания. Я думал, что я за эту играю, а я играю не за эту, прикинь. Лошара. Ты лошара или кто-то? Так, перекрестный огонь, этот ссаный мне не на... Все сделали, так, 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 здесь ацета, здесь вот так, здесь вот так, здесь, короче, все ломаем и крушим, это называется непобедим.
или как там. Так, контроль, контролиринск, точка контролиринск. Так, тут какой-то упырь, тут какой-то упырь. Сюдули. Ух ты ж, бляха! Дай щит сюда. Щит дай. Щит вроде помогал. Так, контрольная точка опять же, да? Угу. А, щит помогает, да. Бля, извиняюсь. Stop them, да, сейчас. Съел, да, съел щенок. Понял. Apostate spotted. Да блин, не успел я, сучка, выронить. 7 мало. Меняй. Меняй, я сказал. Ты чё не меняешь? Меняй, не меня. Меняй, не меняй. Меняй, не меняй. Пошел ты, слышь. Да ёб твою мать, да опять ты застрял, сысаный, блин. Дебила, кусок. А чё, я без щита? Почему? Где мой щит? Алло. Щит дай. Да блин. Как я погиб-то? Как я погибаю? Очень глупо я погибаю, я понял. Давай ты, ну блин, не застревай ты. События мы уже повели, так что давайте их пропустим. Итак, мы гречки противостояли защитной системе чистилища. А уровень пройден отлично. А, блин, а там же еще что-то было, да? Журнальчик-то я не нашел. Ну ладно. Продолжаем, да? А сколько уже серии идет? Серия уже долго идет, да? Наверное, я на этом закончу, да? А на следующий продолжим, да? Да. Всем спасибо, кто ставил лайк, кто подписывался на канал. С вами был Шкотош Мэш Мэга. Всем счастливо, всем пока.